Здравствуйте, меня зовут Кристина Головчинер. Я ароматерапевт и специалист по продукции Дотерра. Сегодня я вам расскажу о масле римской ромашки. А у римской ромашки, вы знаете, есть такое основное качество, за что я очень-очень люблю его. Оно очень успокаивает. Вот только я вдыхаю этот аромат, как моментально у меня ощущение, что я переношусь в какой-то цветочный рай, буквально. Я, например, очень люблю наше средство из линии Essential. Знаете, есть такой тоник от расширения пор. У меня поры не широкие, но я очень люблю этот тоник за счет того, что туда входит, я думаю, масло ромашки римской, потому что моментально я вот только мне стоит нанести на ватку, я потом разнести по лицу этот тоник, я моментально успокаиваюсь. Просто удивительное воздействие. Вот. И считается, что масло римской ромашки оказывает успокаивающее воздействие и на кожу, и на тело, и на разум, и вообще на весь организм. За счет этого очень хорошо оздоровляет иммунную систему. А получают масло методом паровой дистилляции из цветков. И выход на самом деле минимальный 0,2-0,3%. Поэтому оно такое дорогое. И основные ингредиенты химические, которые туда входят, это эфиры, вот с таким очень красивым названием, ангелаты. И, например, изобутилангелат – это самый сильный спазмолитик фармакопеи. То есть это масло будет очень хорошим спазмолитиком. Вот это надо помнить. Кроме того, мы знаем, что масло римской ромашки входит в разнообразные чаи, да, кремов для лица и так далее. Вы, кстати, можете тоже добавлять это масло себе, сделать сыворотку такую на основе нашего фракционированного кокосового масла и использовать для лица. Замечательно совершенно. Можно добавить шампунь тоже в наш, обогатить шампунь маслом римской ромашки. И что еще, вот как бы я советовала вам учитывать, что это масло очень такое выраженное противовоспалительное масло и очень хорошо успокаивает при нервном шоке, потому что в целом очень хорошо снимает напряжение. То есть оно будет обладать такими качествами, как обезболивающее, да, вот я сказала, противовоспалительное, кстати, противопаразитарное. И очень хорошо применять женщины в период менопаузы, потому что, опять же, за счет того, что очень хорошо успокаивает и влияет на гормональный фон. Делать хорошо с ним массажики, но буквально достаточно одной капли на 30 мл деткам. Замечательное совершенно масло. И в какую продукцию оно у нас входит? Смесь интион для концентрации внимания, смесь сиреницы, естественно, которую мы советуем применять от бессонницы, смесь пастенс, кстати, потому что действительно очень хорошо снимает головные боли, и смесь кларикаум, наша любимая ежемесячная женская смесь, за счет, опять же, своего такого эффекта успокоения, благотворного влияния на нервную систему и на гормональную систему. Вот такое замечательное масло римской ромашки.